Всем привет! Сегодня у меня будет несколько нестандартный материал. Дело в том, что я решил некоторые проблемы с железом, и теперь у меня есть возможность записываться на локальном серваке, на котором я обычно играю. Поэтому данный материал будет чем-то вроде анонса. Хочу показать вам такую вот конструкцию. Вот есть у нас монорельс, который ведет к расположенным очень далеко шахтам. Я пока рельсы перекрыл, потому что хочу продемонстрировать работу вот этого каблоужаса. Пока ввиду нехватки ресурсов оно выглядит так. На самом деле это полуавтоматическая железнодорожная станция. У нее есть три кнопки. Кнопка первая – это вызов вагонетки. Занимает это где-то 5-6 секунд. В общем, не так долго. Получилось, потому что слишком глубоко механизм расположил. Делал за один заход. Вот подъезжает вагонетка. Туда у нас шахты. Давайте попробуем отправиться, грубо говоря, в шахты. Вагонетка уезжает. Поскольку перекрыта, она приехала как будто бы из шахт, снова остановилась вот здесь. Ну, на самом деле, остановиться должна была повыше, там просто разгон за счет рельсов побольше получается. Но оно и так будет работать. Что у нас остается? Ах да, вот заезд в депо, кнопка отправки в депо, нажимаем, и вагонетка уходит на хранение. До следующего раза. Вот такой механизм удалось мне построить на локальном сервере. Подробнее, как он строится, и о всяких тонкостях я расскажу в ближайших материалах. А на сегодня пока все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки к видео, подписываться на канал. Пока!